Компания Concept Smokescreen, которую мы предоставляем, разработала совершенно инновационную систему для защиты от грабителей, которая действует быстро на рывок, то есть до приезда полиции. Генераторы тумана, которые мы предлагаем, они за несколько секунд заполняют помещение густым, плотным, непроницаемым туманом. Туман состоит из глицерина, воды и безопасен даже для астматиков и детей. Разрешен контакт с пищевыми продуктами, безопасен для серверных комнат, то есть в принципе у него нет противопоказаний. После себя не оставляет никакого осадка. А смысл воздействия в том, что создается за несколько секунд помещение нулевая видимость, то есть преступник не может видеть ничего на расстоянии там 15-20 сантиметров от себя. В чем главное отличие этих систем от всего, что существует на рынке? Во-первых, это не пиротехника, туман, это именно туман, а не дым, генерируется из специальной жидкости. Жидкость, как я уже говорил, состоит из глицерина, там есть два типа. Первый только глицерин – вода, второй – глицерин и пропиленгликоль – вода. Соответственно, оба эти состава абсолютно безопасны, а после них гарантированно не остается никакого осадка. И что самое важное, размер частичек нашего тумана 0,2 микрона. Это означает его максимальную стойкость, это означает максимальную экономичность, безопасность, потому что при той же самой преломлении света, то есть отсутствии видимости, там в пределах видимости, например, 20-30 сантиметров, концентрация вещества наших установок минимальная. Примерно в 100 раз меньше требуется вещества для создания той же нулевой видимости. Вот, соответственно, у такого небольшого баллончика на базовой установке, это баллон, который заправляется в установку, он одноразовый, хватает на 6 минут генерации тумана. И еще одно уникальное свойство наших систем – это возможность использования канального распределения. Это когда установка может ставиться, монтироваться в любом месте помещения или даже в соседнем помещении. С помощью каналов туман выводится в ту зону, которую необходимо защитить. Также одно из основных отличий нашей компании в том, что мы предлагаем широчайший модельный ряд генераторов тумана. Не только стационарные, о которых мы вели речь до этого, но еще и, например, мобильные установки. Пример рядом со мной сейчас находится. В чем ее отличие? Она уже имеет датчики движения, имеет встроенный пульт управления. И все, что нужно для инсталляции этой системы, это просто воткнуть ее в розетку в нужном месте. Достаточно широкий модельный ряд установок для стационарного использования. Это 4 генератора тумана, которые рассчитаны под разную площадь. В зависимости от производительности и задачи они подбираются под разные помещения. И также дополнение – это громкая звуковая сирена 127 дБ и стробоскоп. Стробоскоп создает эффект, представьте, как если бы поморгали дальним светом фар в тумане. Это окончательно лишает возможности что-либо видеть, особенно эффективно для того, чтобы увеличить даже слабую концентрацию тумана. Она начинает полностью мерцать все помещение, и видимость значительно снижается. Перед глазами у человека такая, как шашечки возникают, он теряет ориентацию. При этом это безопасно. А звуковой барьер тоже хотелось бы отдельно отметить. В чем его отличие? Плавающий диапазон звучания, патентованный паттерн звучания, он создает эффект морской болезни, когда человек закладывает уши, через буквально, ну, наступает секунд через 15-20, когда уже совершенно невозможно находиться в помещении, человек хочет его покинуть, возникает такая дезориентация, гул в ушах, легкое подташнивание, которое моментально проходит, когда система выключается. В принципе, монтаж этих устройств достаточно простой. Как я уже говорил, это исполнительное устройство, оно срабатывает по самому простейшему принципу, сухими контактами управляется, на замкнутый, разомкнутый контур, оно понимает. Для подключения системы, для ее интеграции в существующую систему безопасности и управления, все, что вам понадобится, это вот данные релюшки. Для удобства монтажа все коннекторы для подключения, они снимаются, вы их подключаете и затем вставляете обратно. На ключик, который здесь видите, это дополнение, которое присутствует только на системах с ДНК-маркером. С помощью ключика система ДНК-маркирования либо отключается, либо включается. Настройка производится через дисплейчик. Для доступа к сервисной части необходимо знание кода. Соответственно, без знания кода просто невозможно эту установку перенастроить или что-то сбить.
код устанавливается владельцем. Все, что вам надо для обслуживания этой установки, это менять жидкость. Откручивается баллон. Вот так он выглядит. Он снимается. Здесь обычная иголочка. Берется новый баллон. Новый баллон вставляется. Фиксируется двумя шурупчиками. Все.